этот раз нет. Sveiki, su jumis Vytautas, aš žodžiu. Far Cry 3 ir mes tęsim šitą žaidimą. Да, но уж у меня. Я иду. Встретимся у меня. Ага, окей. Покалбис дар как-то и Вико. Ir mums reikia vėl pereiti šitą kaimą, kad eilinį kartą dasigauti iki kito kranto. Kaip aš suprantu. Jo, va taip. Aš kažkur, aišku, ratais čia vaikštau. Na, bet jau geriau ratais negu aplinkeliais. Ja. Paimsim va šitą mašiną ir pravažiuosim, nu, sakykim, 5 metrus. Taip, ale. Kas blemba golfas. Labai panašu. O nebus čia tik tai spastai kokie. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Начало кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, Кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да. Кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Люблю мясо с кровью. Ой-ой-ой. Че кашкас не то, той. Бус. Кас пер глюкой. Сдохни, сукин сын! Ничего такой не ласковый, а? Aš, blemba, taip sulaužysiu savo speisą. Oi, oi, oi. O čia tai žiauriai. Достал тебя. Джейсон. Ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Jo, laukia nekas dabar vyksta. Žiauriai lyja. Dabar beje pas mane pirma nakties. Na, bet aš vis tiek filmuoju. Man tai kažkaip tai nesvarbu, kada filmuot. Ar dieną, ar naktį. Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Ой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло.
ты еще отойдешь от всего этого? Я не смогу. Я найду Райли, и мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Эй. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь. Jesus, блямба. Йо. Мизги. Аж ты сильно жрёл, Яна. Ютуберы, которые, типа, айшкинуси су штейс вертимейс, тай русишкас вертимас yra нелабай кокс, бет эсмес, жидимо эсмес некича. Ну, оказалось, это корова, наступившая на чертову мину. Колби, тогда где был? В этом и фишка, он утек самоволку по бабам. Девушка была такой живой, что... Война, чувак, есть о чем подумать. О том, как накурился. Я же байки травлю, Оливер. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну, сейчас, еще чего. Бери, детка, дай ему денег. Хочешь пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Бабки! Не надо, милый, иди, детка, в чем дело? Жопу пива! Что пьют в Бангкоке? Майтай! Забудь! Давай вдарим по самбуке! 5, 6, 7! Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки! Вот это! Прям здесь то, о чем я говорил. Эй, брат, хорошая идея! Держи, держи. Держи. Тебе. Детка. Вперед. Окей, за что? А, за моего младшего братца Райли и его пилотское удостоверение. Где? Где? Да! Райли. Где его носит? Кредитку папы. Мою кредитку. Я-ху! Flashback, типа отсименимый, ты вот, а кур мэс кашкокёй неишкёй вьетку. Кип ги мэшча отсидурим. А. Окей. Mes aiškioj vietoj. Bet kaip mes toliau nuėjom? Neatsimenam. Personažas neatsimenam. Gaila, kad toliau negalima plaukti. Baigėjo. Baigėjo.
О, Янус. Тиши до Моус. Дарвина реликвия. Галим дар пора далеко подарит, которую будто и рейки. Добавь 20 миссия, лико 18 миссию. Окей, ка мес еще галетуме. Двигба жутимас. А шитас далекас покамкамай гарас. Шитас ирги. Не. Манау, кад не висай герай. Čia mes galėtume. Na va, idealu. Bet gavom dar tatuškių. Травка. Слышал про твоих братьев. Я... Это Галяк. Мы заботились друг о друге со смерти отца. До сих пор. Повезло им с тобой. Мои родители слишком много летали по всему миру, чтобы замечать меня. Теперь вы моя семья. Терять Райли Гранта... Это больно. Да. Слушай, можно и мне? Паша, нет. Не сходи с пути. И ты вытащишь нас. Тех, кто остался. Черт, какой же я нытик. Наверное, это с позавчерашней экстази. Синдром вторника. Прости. Да ничего. Jisai pasakė, kad sindromas antradienio. Šiandien, blėt, realiai antradienis. Aš suprantu, kad čia random frazė, bet... Nu taip. Dar negalvojau, kad tai būna. Ему, похоже, досталось. Как дела в мире? Я будто неуязвимый. И я беспокоюсь о вас. Да. Ты слышал о Райли? Не хочу об этом говорить. Правда. Что это? А, это... Это из гробницы китайского воина. Я бы лучше от него избавилась. Почему? Этот нож спасет нас. Не дай красивому виду запутать тебя. Ножи отнимают людей, а не возвращают. Мяс побегой турецим. Посеренкима. Ча токс менка спойлерис. Taip, ok, su šita pašnekėt jau nebegalima, viskas. Pašnekėjom su visais, ką dar čia galima padaryti. Dar kartą.
Dar kartą. Ir tai veikia? Įdomiai. Įdomiai. Aš čia 10 minučių jau. Nesąmonės uždavinėjau. O. Čia kiek aš praleidau, ne? Там два американца начали разборки в сортире. Тупые америкосы. Турлик. Туркуликос. О, привет. А где Рэйли? Я помню, он бейсболку козырьком назад надел. Тупые америкосы. Туристы. Может, это они о Райли и Китти? Угу. Галибут. Классный клуб. Может, там два американца начали разборки в сортире. Я у меня венас, ты посаки. Диджей Рейден, дуб! Джейсон, а мыс это останешься? Ну да, эй, может, брат это они о Райли и Китти? Ага. А, в сортир пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт, может, спасибо, увидимся. Нормальный. Опа. Платить за девка! Э, поцеловал, плати. Она меня за задницу лапала. Мое мнение. Пусть сама доллары. Платит. Доллары! А то хана! Да не буду я платить, чел! Друг, не заводись. Ладно? Вот деньги. Райли, забери себе, принеси мне пиво. Кейт, остынь, вернемся внутрь. Эй, без драк, ты обещал. Как скажешь. На других наезжайте, ребята. Эй! Здоровяк пусть платит! Отвали, мудила! Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходишь. Нормалей, че. А, аж супротол. А дабар kur aš? Laive? Oh, come on. Nu, tu atsistosi šiandien dar. O, molodės. A, ne, ne. Плохо без Райли. Не, блин. Мяс дар карта попандисим. Ще нам бус токсей. Типа... Атименимо вакарелис. Ну, аля. Подарисю токи серия. Бентю... Jeigu aš Zacini agni. Aišku, muzikos čia nėra, bet bus kita muzika. Galima įjungti muziką, bet abejoju, kad video neužblokuos. Labai abejoju. Bet to nėra. O. Джейсон, задняя дверь. Сюда! Идем! Нормальный. Народ, пора валить! Да! Пора валить!
Пошли, пошли! Райли, мне что, за тебя кнопку нажать? Да где же он? Давай, давай, держи дверь! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Давай, давай, давай! Еще как! Обмазал! Нормально! Да! Я проголодал! Осталось сделать татуировку на лодыжке и отпуск. Ты хочешь, хочешь татуировку Янтру? Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дук. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дук. Эй, Дук. А, Джейсон говорит, вы путешествуете да. по Азии. Бангкок, последняя остановка. Хороший выбор, тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе. И что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это, у вас бабки есть? Да, яхту снять хватит? Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? Черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай. Вот это я понимаю. Прыжок наугад, это рискованно. О, да ладно. Нет, это рискованно. Вылет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпка. Видишь, Лиза, нам подходит. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Ну и где этот остров? А, крипья. Я с усимуще клубе. Ир побегу. Не, я раз. Aš labai tikiuosi, kad dar kartą bus flashbackas, nes, nu, ta prasme, jau lieka, kiek čia, 15 minučių man filmuoti. Tai norėčiau, kad tie 15 minučių praeitų, nu, pakankamai normaliai. Ir... A, nebėra. Nu, okei, misiją tada įvykdysim. Arba... Arba ne. Misiją įvykdysim vėliau. O dabar reikia pabaigti seriją. Jo. Tai vat, okei. Ačiū, kad žiūrėjot, iki pasimatymo rate, komentuokit, panuokit, spauskit like ir dalinkės su draugais Facebook'e. Nepamirškit komentuoti šitą video, aišku, spausti like, paspaudus prenumeruot, paspausti taip pat varpelį ir, aišku, pažiūrėti mano Instagramą, jeigu norit. Tai nebūtina, nes mano Instagrame ten visai nedaug visko ir vienu žodžiu apskritai beveik aš jo nevedu, bet karts nuo karto ten ką nors įkeliu ir jūs galit netgi sužinot, kada aš video filmuoju, kada montuoju ir kada aš apskritai namie, o kada ne. Ir kodėl ne... ir kodėl ne... nebūna video irgi galit pamatyti Instagrame. Iki.